Тем, кто откажется от участия в переписи населения, грозит штраф до 2500 леев. Это предусматривает кодекс о правонарушениях, согласно которому гражданин обязан предоставлять индивидуальные данные для статистических целей. Олег Кара, директор Национального бюро статистики, сообщил для AirLife TV, что каждый человек получит до 5 уведомлений об обязанности предоставить информацию для переписи. Если действительно есть информация, есть доказательства того, что человек избегает общения и не раз оставлялись контактные данные переписчика, а человек не перезвонил, то в этом случае доставляется уведомление, в котором говорится, что если гражданин не выполняет обязательства, то могут быть применены положения кодекса о правонарушениях. Перепись населения и жилья, на которую в кризисный год власти тратят почти 40 миллионов леев, будет проходить вплоть до 7 июля. До сих пор на пробный подсчет уже было израсходовано 5 миллионов леев. Для переписчиков Фонд народного населения ООН предоставил 3000 электронных планшетов примерной стоимостью 800 тысяч евро. Приборы оснащены приложениями для сбора данных. При том, что 4900 компьютеров в школах по всей стране до сих пор не подключены к интернету. Среди вопросов, включенных в анкету, этническая и религиозная принадлежность, язык, на котором гражданин разговаривает, образование и место работы. В разделе «Информация о жилье» переписчики спросят, например, о том, есть ли у человека в доме канализация и водопровод, как помещение отапливается, какова его площадь и из каких материалов оно построено. Добавим, что это третья перепись населения и жилищного фонда в Молдове.